жизнь налаживается, смотрите. Прям даже группа какая-то людей. Тут, не помню. Видите, туристы даже здесь какие-то, ну, местные, испанские. В общем, я поработала, еду домой. Сегодня шторм большой, сильный. Ну, не сильный, но и шторм на море. У нас тут ремонты идут. Смотрите, как интересно, облако под облаком. Такое какое-то пятно, как солнце, как дождик, не знаю. Вчера было Пуньенте, сегодня Леванте. Так вот море меняется. Но если Леванте, то вода теплая. Потому что вот когда другой ветер дует, то вот тут невозможно стоять. Тут все летает. Я домой поехала. И жара. Сегодня страшная жара. Так, на обед у меня сегодня морской коктейль. Сейчас я его там буквально просто за это, как это сказать, добавить соус, который там есть, и все. Мне уж вчера припер, смотрите, какие здоровые перцы. Огромные просто. Огромные. Я их все, знаете, что запеку в духовке. Они просто по килограмму, наверное, каждый. Вот. И заморожу. И будет у нас вот всегда такой салат с запеченными перцами. А он такой, ой, они огромные по килограмму. Там штук 5. 1, 2, 3. Ну, 5. Я говорю, 3 сестре отдам. Я так, стоять. Какой сестре? Я говорю, сами полопаем. Вот. У нас ветроган такой. Сегодня ночью был, я просыпалась, я вообще не знаю сколько раз, и вообще я не пойму, я спала или нет. Потому что ветроган. У нас все летало, хлопало, все двери. Я встала, наверное, часа в 4, давай все это закрывать. Чарли вообще был непонятно в каком экстазе, потому что говорю, не понял, что случилось, почему все летает. В общем, да, не поспала. Я тут, смотрите, знаете, что варю? Кашу пшенную. Ну, поверьте, она там... И оно же нереально вкусно пахнет. Я обожаю разные каши, вообще всякие, молочные. Это моя слабость. Так что сегодня у меня на десерт будет молочная каша. Пока у меня времени есть, не хочу, так как я не готовлю, не хочу раньше обедать, потому что, ну потому что. Чем раньше пообедаешь, тем быстрее раньше захочешь опять жрать. Поэтому, хотя кушать очень хочется. Значит, у меня пока время есть, я пойду пропылесошу. Все летает вообще. Пылище везде, знаете, все из-за всяких щелей. Вот зачем-то я вчера машинку, вернее, я подшивала одни брюки и оставила ее, потому что мне что-то надо было сделать. А вот я не помню, что еще подшить. Так что прячу ее назад, думаю, надо что-то подшить. А что, фиг его знает. Ладно, значит, буду... Значит, буду убирать ее. Вы знаете, вот сейчас тут ковыряюсь в Фейсбуке. Насколько сильна, как говорится, не информация, вот не знаю, как это. Телефонное радио, что ли, называется, или как это. В общем, сейчас объясню. У нас, я вчера вам говорила, что у нас 7 человек заболевших обнаружились. И вот все, кто, с кем они контактировали, все тоже под присмотром, скажем так, чтобы дальше это все не распространялось. На самом деле в Испании сейчас, знаете как, вот обнаруживается больной, и сразу эту зону всю как бы тестируют, что ли, так сказать, да, выявляют нулевого зараженного, и потом вот от кого пошло все это, и потом... его круг общения, и все под наблюдением. Даже бывает так, что целые дома, они, полиция стоит у подъездов, и они не дают им не выходить, ну, там 14 дней, по-моему, да, вот, им, естественно, помогают, там приносят еду,
по закупке, но они не выходят, чтобы не контактировать ни с кем, чтобы этот вирус дальше пошел. Вот у нас вчера наша мэрша, вот она, зовут ее Луиза Гарсия Чаморро, вот, она, значит, дала такую информацию, что 7 человек, и все под контролем, ля-ля-ля, тополя. Сегодня мне звонит муж и говорит, утром прям такой, а он, будь осторожна, на Кае Анча, а это Кае, эта улица находится в двух, ну, рядом с нами, можно сказать, ты туда не ходи, я туда, правда, с рода и не хожу, там, говорит, вся улица зараженная, сама мэрша сказала. Ну, я думаю, ну ладно, зараженная же зараженная, что теперь делать, не умирать же, да? Поехала на работу, обрадовалась, что я работаю. Я громче разговариваю, чуть еще громче. Что я работаю в Селабрине, что я вообще не это, ну, с здешними людьми мало контактирую. И вот сейчас вот тоже в Фейсбуке ковыряюсь и нашла на информацию, что даже до нашей мэрши дошла эта информация, там ей начали посылать, знаете, ссылки разные, еще что-то, что 11 человек на этой улице обнаружены, что они там поназаражали всех подряд, и она, в общем, пишет, что это... Чучи, замолчи, а! Что это неправда, что это... Она сама пошла по улицам, по барам, там, по магазинам, чтобы показать, что это все неправда. Потому что, знаете, мы же как люди. Все, узнали, что там на этой улице там заражено, и все, мы туда же не пойдем. А что маски там носить надо до этого, что там нужно какие-то предосторожности делать. И это не важно. Блин, он меня замучил уже. Чучи, замолчи! Вот, но зато, когда если вдруг они там заражены, то все, туда не ходить. То там-то не делать, все это очень страшно. И вот она дала информацию, что все это ложь, что нет никаких там 11 человек, что вот эти вот 7 человек, которые уже дня 3 или 4, даже они даже не в больнице, они на домашнем лечении, у них такие симптомы, как это сказать, леви, слабые, в общем, но они под контролем. Вот что делает человеческая молва, да? Тут, как говорится, там чихнули на той улице, а с этой улицы говорят, будь здорова, раздули. Вот из-за такой вот фигни могут раздуть такую, блин, там, трагедию. Вот, и, знаете, я очень рада, что она такая, она взяла все это и раскрыла людям глаза. Вот так. Все, я рассказала, и чуть замолчал. Такой вот он у меня певец. Жарко так, сейчас опять я включу вентилятор. Да, Чарли, тебе тоже жарко? Ой, батарейка садится. Все равно нужно быть осторожнее. Нужно принимать меры, потому что сейчас и туристы прилетать будут, и все на свете. В общем, прорвемся. Какая же у меня машина грязная, надо ее в воскресенье помыть, что ли. В общем, я на работу еду. Клиенты позвонили. И... прям вот, и одна уже была, еще в 4 часа позвонила, а сейчас прям вот сажусь в машину. Мужчина позвонил, придется с сыном встретиться. Еще женщина позвонила тоже на сегодня, но так как... Я говорю, вы что, у меня все соберетесь? Нельзя, нельзя, всем нельзя. Он говорит, нет, другое время приходи. А то соберутся все. Смотрите, как у нас тут узенько. Ай... И вот так вот. На улице, конечно, жара несусветная. А в машине хорошо, кондерчик включила. И замечательно. Так что, видите, как едем, едем. Хотела, думала, потом пойду по пляжу пройдусь. Но нет, будет жарко. Лучше потом домой приеду. Переоденусь и вечером схожу. В поля, наверное. Намочила эти. Там камни они были. И они так поскрипывают. Своеобразно такой скрип идет. Хрысь, 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 хрысь. В общем, я иду с Чарли гулять. В поля. Вот. Хлоркой так воняет. Чарли там идет, хочет все нюхать. Но я ему не даю, потому что нехрен нюхать.
В общем, так, хрус. Давно я вам наш парк не показывала. Сегодня, кстати, все поголовно в масках. Даже вот гуляют, представляете? Я, кстати, не исключение. Потому что, вот видите, там люди идут. Все-таки с людьми встречаемся, как говорится. И вот лучше перебдеть, чем не добдеть. Парк вам давно не показывал. У Чарли протест. Там не пойму у нас где. То ли стреляют, то ли непонятно что делают. Хлопки какие-то. И все, он не хочет идти. А нести его, блин, тяжело. Маму, видите, не хочет. Блин, что, на себе переть? Неохота. Вот слышите? В общем, погулять нам не удалось, потому что этот идет, не хочет идти. Не знаю, на пляже там что-то взрывают, что-то стреляют, непонятно что. Уже 1.5 часа. Я думаю, ну постреляли там минут 15 и хватит. 1.5 часа и бум, и бум, и бум, и бум. Так что возвращаюсь домой. Возвращаюсь, мне еще идти. И знаете, что вспомнила? У меня я инжир покупала на днях. Ну как на днях? В понедельник. И в холодильнике он у меня лежит. Блин, а я про него совершенно забыла. Ну, сейчас приду один слопаю. Супер калорийный, там сахара дофига. А я опять об нем забуду завтра. Вот так вот. Здесь, может быть, не так слышит это бум. Но на руках это нереально его нести. Он просился, не знаю, всю дорогу просился взять его на руки. Ну, и так жарко, куда его нести? Вот так вот весь согнулся. Здесь не хочет идти, стреляют. Чё стреляют, не пойму. В общем, сегодня какие-то не гуляния, а страдания получились. Все, живой, никто тебя не убил, никто тебя ничего не сделал. Чего ты так боялся, а? Ужас. Все собаки как собаки, шли нормально. И этот же, где ты там услышал, на другой планете? Какой-то там выстрел. Я даже сразу не поняла, что случилось, почему он не хочет идти. А то бы я вернулась, потому что он нифига не хотел идти. Водичка пошел пить. Попей. Ужас. Нанервничался, устал. Лежит, отдыхает. Мичико. Мигуапо. Все. У него сегодня был стресс огромный. Я уже в душ сходила, помыла голову своим вот этим розовым шампунем, который купил. Ну, я и так розовая, поэтому не особо заметно, что там у меня как-то. Ну, не знаю. Я сначала мою хорошим шампунем голову, а потом уже вот этим вот розовым. Ну, за 2 рубля что за шампунь будет, да? Вот. И все, почти уже все смонтировала. Вот. Осталось самое сложное. Знаете, что для меня самое сложное? Ни монтаж, ни съемка. Самое сложное – это придумать название. Это какое-то... Вообще, прям для меня это очень сложно. Потому что нужно придумать название такое, чтобы оно, знаете... Если я просто напишу «Гуляла в парке», это никого не будет задевать. Мы даже фильмы выбираем с громким названием, да? И влог нужно назвать так, чтобы он звучал громко. Вот, чтобы его захотелось посмотреть. Поэтому вот сидишь, вот выдумываешь, как бы его назвать, как бы его. И вот сидеть сейчас буду думать, как бы его назвать. А иногда просто подписчики пишут, не на моем канале, а вот у других там. Ой, типа название там какое. Но если придумаешь название, вот просто говорю, я кушала, никто не будет смотреть такие видео. Названия должны звучать. Вот, неважно, там, может, я действительно гуляю или действительно кушаю, но должно заинтересовать, как я это делаю. Поэтому вот буду сидеть выдумывать,
как назвать свое произведение искусства? Ой, вот так вот. После душа прям так хорошо, свежо. Даже думаешь, прохладно. Но нет, 30 градусов в 10 часов вечера. Смотрите, как у нас еще светло. Вот. Но уже поздно. Так что пошла я придумывать название для влога. А вам всего самого наилучшего. Приятных выходных. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.